не поместится душа. Когда-то похороненный злодей не заплатил хорону ни гроша, и тень его вернулась в этот мир и заселила каждый кабинет. Мир, переоборудованный в тир, где все живут с мишенью на спине. Но до чего приятно сознавать, я маленький, в меня не попадешь, не больше мыши, век бы так сновать. Но цель моя — стать маленьким, как вошь, а там еще, глядишь, и доживу. Глядишь, до лучших дотяну времен, прикормят, приоденут, призовут, рукой под козырек, а душу вон. И вот уже ведут меня в Эдем, уже народ выходит на поклон. Мы, маленькие, быстро в рост идем, у нас маленьких сидит Наполеон. И вот уже я вождь, и тенью заполняю кабинет. Попробуйте, скажите, что я вождь, пока что вы с мишенью на спине. Пока в стране не отменяют тир, оставив шанс, чтобы уцелеть в огне. Особенно прекрасен этот мир тем, кто живет с мишенью на спине. И ничего на свете не грозит ни от каких возвышенных идей, пока моя держава состоит из маленьких людей, из маленьких людей.